what is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. Всем привет, ребята! С вами, как всегда, я, Дима, и вы на канале Димасик Влог. И это новое видео на моем прекраснейшем канале. Да! И сегодня будет новый обзор модов, который называется MoBands. Да, это мод MoBands. С помощью этого мода у вас будет более реалистичная анимация игрока, чем в моде MoBands. Смотрите на этот размах мяча. Как это прикольно. Но не будет у вас реалистичного размаха топора. То есть он будет просто как в ваниле обычном. Без модов как будто. Да, ребята, вот это главный минус. Да, ребята. Но посмотрите на мой бег. Смотрите, тыщ. Я бегу, как какой-то спайдермен. Да, ребята, смотрите, как я лечу теперь. Более реалистично, чем в Модигансе. Хотя люди же в реальной жизни не могут летать. Я маленько затупил. Окей, ребята, я маленько просто затупил. В голове мои опилки. Да. Не, ребята, не беда. Это не беда. Ребята, это не беда. Еще что умеет этот мод? Ну, боксировать он умеет, типа того. Ой, что-то сейчас ночь. Сейчас ночь, да? А я хочу, чтобы сейчас был день. Ну так, ну давайте поступим день. Кэтч. Пип. Да, ребята. Сейчас уже день. Во! Вот этот день уже нормальный. Так, ну я вот такой боксировать. И еще, ребята, вот смотрите. Тыщ. Вот. Защищайся! Майнкрафт, защищайся, я тебя побью. Да, ребята. Жалко, что тут нету реалистичного размаха огнивом, потому что... Было бы прикольное дополнение, но жалко, что нету, да? Жалко очень, что нету этого дополнения. Но будем ждать это дополнение. Будем ждать много обновлений мода MoBands. Разработчики этого мода, развивайте этот мод, пожалуйста. Посмотрите это видео, развивайте этот мод. Пишите комментарии. И ребята тоже пишите комментарии. Все ребята пишите комментарии. А я пока буду чинить эту дыру. Всем пока. Всем пока. Всех жду на моем канале. Всех жду на моем телеграм-канале. Всем пока.